Улица Комсомольская обычно оживленная и многолюдная, где ежеминутно сновали маршрутные такси, автомобили и троллейбусы, сегодня пуста. Здесь, в историческом центре Бреста, идут работы по замене столетних керамических труб на полиэтиленовые. Да, есть неудобства, да, есть недовольство, но все это временно. На сегодняшний день более 50% значит, мы сделали. То есть улицу Комсомольскую уже почти до конца. В принципе, планируем закончить уже на этой неделе. Останутся только вот подготовительные работы под асфальтирование. То есть мы трамбуем вокруг колодцев, трамбуем котлованы, засыпаем щебнем и передаем данный вид работ в дорожно-эксплуатационные предприятия. Они будут заниматься именно асфальтированием вот этих ямок, можно так сказать, которые мы здесь нарыли. Полностью дорожное полотно специалисты Брест-водоканала не вскрывали. Ремонтные работы здесь осуществляли методом релайнинга. Его суть в том, чтобы новый трубопровод прокладывался внутри существующего, вследствие чего благоустройство близлежащих территорий нарушается меньше. Благодаря этому на улице Комсомольской уже заменили 845 метров трубы и 25 канализационных колодцев. Но впереди еще много работы. Сейчас мы прикладываем все усилия для того, чтобы дать работу нашему Брестскому городскому дорожно-эксплуатирующему предприятию, ДЭПу. Это мы подготавливаем основание под асфальтирование. Это то есть мы повторно трамбуем еще раз грунт, усыпаем и трамбуем щебень под проектную отметку, для того, чтобы они дальше уже могли работать. Укатывать черновой слой, чистовой слой. После этого, после того, как мы уже завершим работы по подготовке, мы будем переходить на наши улицы Маяковского и улицу Пушкинскую. Тут нам придется заменить около 320 метров трубопровода и поменять около 28 колодцев еще. Все силы специалистов Брест-водоканала были брошены на качественное выполнение ремонтных работ по замене инженерных коммуникаций в максимально сжатые сроки. Такое стремление выполнить реновацию раньше запланировано вполне объяснимо. Сразу после завершения этой масштабной реконструкции возобновится движение общественного транспорта. Начали мы работу 15 июля. По реконструкции канализационных сетей планируем закончить по плану 29 августа. Значит, но в связи с работами будем стремиться к завершению раньше. По срокам не скажу, потому что сами видите, какие погодные условия, но тем не менее будем стремиться закончить раньше запланированного срока. Да, многое зависит не только от желания специалистов, но и от погодных условий, которые в этом месяце непредсказуемы. К слову, впереди на этом участке предстоит выполнение асфальтового покрытия работниками дорожно-эксплуатационного предприятия, после чего улица Комсомольская вновь станет оживленной и многолюдной.